просто турецкой пропаганды. Вот как странно, что из четырех выступающих двое армянской национальности. Они как были против Турции, так и остаются против Турции. Третий, слушайте мою команду. О том, что вот это как-то политики армянской ориентации, не армянской. Мой отец армянский крестьянин, моя прабабушка княжна Мещерская, чтобы вы знали. Не армянское лобби в моем, видимо, лице и вот господина Кургиняна. Кургинян, конечно, общественное мнение. Армянская позиция. Вы истинное делаете? Армянское лицо. Скажи, пожалуйста, а вот все время вот этот перевод. Сегодня третий раз за программу. Все говорят, что это дают срок. Это прозвучало по отношению к Ольге Симоновне, по отношению к Сергею Ивановичу. В СМИ отдельно. С этим руководством или не с этим. Я хотел бы отметить, что мы, армяне, больше всего в мире заинтересованы в нормальных добрососедских отношениях с Турцией. Вот факты, как они есть. Посмотрим хронологию. Внутриполитическая ситуация в Азербайджане. В Азербайджан, я думаю, а как он Азербайджан-то туда втянет? Вроде у нас все хорошо. А вот так. Один единственный безальтернативный вариант – это возобновление переговоров. В азербайджанской армии очень много турецких советников. Вот поэтому сейчас и начали этот проект. В полной мере, надо сказать, именно помещение столь неадекватной фигуры, как Альбан. Может быть, для вас это неожиданно? Странно, что об этом говорит армянский журналист. А при чем здесь это? Фуат. Значит, товарищ, я вам хочу сказать… Это период образования Советского Союза. Во-первых, не могу ответить, что он там делал. У меня такой информации нет. У меня есть информация. Орать не надо, давайте просто скажем. Армения никогда никому никакие территориальные претензии не предъявляла и не предъявляет. Это ваша больная фантазия. Просто что у нас есть такая протестная. Армяно-азербайджанско-турецкую программу сделаем следующее. Вы сегодня в ответе за всех армян. Ну, зачем Армении Европа? Уважаемый Георгий Валерьевич, а вали-ка ты отсюда куда-нибудь подальше, мы передумаем. Ничего не сказали, а Белова запретила пойду. Говорить. А я сам сюда рвал. Прогнать мерзояна и ничего не могу. Из принципа, вот я приехал, либо меня пускаете, либо... Так, хорошо. Запутали, тут армянская мафия, честное слово, да.